Доброго всем утра, хорошего, отличного настроения. Сегодня вам хочу сделать такую маленькую мини-распаковочку, а что внутри пилюли. Ну вот смотрите, у меня, значит, БЦА-комплекс будет. Так, органическое железо, цинк органический, что еще? Селен органический и также йод. И вот давайте мы каждую капсулу раскроем и посмотрим, а что там внутри. Ну, начнем с селена. Немножко так приятненько пахнет чесночком селен. Сейчас я вот так вот его, опа, раскрою, и мы посмотрим. Ай, немножко просыпалось. Вот если на ладошку, это вот такой вот порошочек. Ну, достаточно такое приличное количество его. Запах чеснока. Вот чистый чеснок, больше ничего вам сказать не могу по поводу селена. На вкус, ну, что на вкус? Какой-то чесночный порошок и много чего еще другого, непонятного мне. Но то, что вот чеснок есть, да, это факт. Следующее, что мы с вами раскроем и посмотрим, это давайте цинк органический. Он у нас служит для укрепления иммунитета. И поэтому мы сейчас посмотрим, что здесь в цинке. Также открываем капсулку. Ну, это такой вам маленький обзорчик, да? Открываем капсулу. Я высыпаю на руку, смотрю, что там. Там, ну, запаха так как такового нету. Смотрите, такое прям вот достаточное количество вещества содержится. Ну и смесь каких-то трав. А также я еще ощущаю, ну, как будто витамин С или что-то вот такое вот в этом роде. Что-то такое кисленькое. Дальше давайте проверим йод. Вот он у нас тоже органический, природный адаптоген. Здесь порошок из корней радиолы, экстракт фукуса. О, интересная какая-то штучка. Ну вот он у меня уже заканчивается. Смотрите, темного цвета капсула, темного прям. И сейчас тоже такой же эксперимент с вами проведем, посмотрим. Опа. Ох. Ну это органический йод, да, это вот то, что выжимка из каких-то растений. Дает о себе знать по запаху, да. Здесь прям вот такие вот маленькие микрогранулы каких-то растений. Ну, на вкус такой вообще нейтральный вкус. Он не противный, не кислый, не горький. Ну, вот просто никакой. Вот здесь очень много всяких вкраплений. Именно растений. Видно, ощущается, что это действительно он органический. Что еще? Так, железо мы с вами еще не пробовали. Давайте посмотрим железо. Оно у нас также идет органического состава. Ну, здесь порошок инулина, экстракт элеутерокока, витамин С. Фумарат железа, аскорбат железа, корень лопуха. В общем, много-много полезного и растительного. Тоже такого вот цвета коричневого. Капсула. Сейчас я посмотрю, так вот потихонечку ее открою, чтобы не высыпать. Ой, надо же, немножко просыпала. Вот, смотрите, вот такого вот цвета. Здесь тоже очень много всяких микрогранул растений. Ну и знаете, здесь уже такой привкус идет, присутствие, да, какого-то аскорбата, чего-то. Ну, чувствуется тоже вот витамин С. И чуть-чуть как вот вдалеке-вдалеке горчит. Как будто бы какая-то травка. Что это такое? Какая именно, я вам не могу сказать. Ну, может быть, лопух, да, который указан. Ну, и также давайте с вами посмотрим БЦА-комплекс. Здесь состоит. А, ну, здесь мы с вами смотреть не будем, потому что здесь таблетированная форма. А вот здесь три аминокислоты. Ну и все, что
я хотела вам сегодня показать. Вот такой вот маленький обзорчик, который называется «А что внутри?».